Всем привет, это меховое ателье, и у нас в работе мужской полушубок. Как видите, он на пуговицах, внутри потайная застежка. Практически ничего не видно, так как он стоит полностью пошит ворсой вверх. Как видите, необычный крой, то есть вся ворсина, вот видите, на плече идет вверх, поэтому он смотрится как ярко-черное пятно, и только вот воротник стоит, воротник точно так же стоит, ворсинка вверх. И вот он черный, причерный, очень глубокий цвет. То есть, как бы открывается ворсина, и ты видишь подпух, и он темного тона. Но наша задача сделать его женским. Одет он сейчас на женский манекенчик. Вот мы должны перекроить плечи, сделать объем нужный нам. Воротничок, стоечку, будет он у нас на молнии. И вид шубки изнутри. Как видите, здесь строгий черный подклад, кожаные борта. Вторая сторона тоже выточены петли, даже не выточенные, а пробитые петли, супатная застежка, то есть скрытая. Ну, вот такая вот была красота. Он совершенно не ношенный, одевали его пару раз. Как видите, вот ворсина вверх, здесь прекрасно на столе уже видно. Вот так вот. Поэтому он смотрится таким ярко-черным цветом уже, если мы одеваем его. Ну и выбрали мы модель бомбера удлиненного на резинках с молнией. Ну и воротничок будет у нас стоечка с песца черненькая. И готовая наша шубка. Таким образом она выглядит на манекенчике. На человеке смотрите видео дальше. Все будет на улице более видно черную норку. Интереснее смотрится она. Мы подобрали... Сделали инкрустацию из серой норки, подобрали вот такие резины. У нас песцовый воротничок. И внутри изделия выглядит вот таким образом. Как видите, стандартно наша вешалка, внутренний карман. У нас норковый подбор. Многие спрашивают, как мы втачиваем молнии. Есть различные виды обработок. Одна из обработок, которую сейчас применяют, это без кожи, то есть втачка идет с корняжной машины и норка с двух сторон. При этом борт смотрится нежно, эластично, также обработаны карманы. Все с корняжкой машины, с корняжной машины втачивается. И у нас замшевые подзоры, чтобы не уплотнять натуральный замш, а дальше уже утепляющие мешковинки. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну а теперь видео на модели.